Матчи соревнований проходили на нескольких стадионах Одинцовского района, утвержденных местной общественной организацией Федерации футбола Одинцовского района Московской области и Комитетом физической культуры и спорта района администрации. В турнире приняли участие дети возрастной категории 2008 года. Все заявленные команды по жребию получили название сборной команды страны, участницы чемпионата мира 2018 FIFA. Испания, Россия, Германия, Англия, Аргентина, Португалия, Франция и Бразилия. Футболистов одели формы соответствующие стран. Ответственным за проведение жеребьевки являлся оргкомитет. Принимает участие команда из Московской области и Москвы, но такая идея изначально была сделана для того, чтобы смоделировать чемпионат мира, который у нас будет в стране в нашей, и назначить на жеребьевке детским командам название ведущих сборных стран мира. Вот. Исходя из этого, мы выбрали 8 сильнейших сборных, конечно, добавили Россию, сделали жеребьевку, вчера сыграли групповой этап, и сегодня у нас здесь идут полуфиналы, матчи за третье место и финал. Сейчас заканчивается матч за третье место. Россия ведет с счетом 3-2 у Англии. И в финале нас ждет противостояние. Германия будет играть с Аргентиной. Всех удивила сборная России, одержав 3 победы над командами Аргентины, Франции и Испании, заняв первое место в группе А. В группе Б увереннее всех смотрелись англичане и немцы. Они вышли в полуфинал. Бразильцы и португальцы с чемпионата вылетели. Турнир состоял из 2 этапов. Первый – распределение по группам путем жеребьевки, где игры проводились по круговой системе. Второй этап – стыковые матчи по системе крест-накрест. Далее – игры по формату чемпионата мира 2018 FIFA. Фестиваль футбола проходил 12, 13, 19 мая, а 20 числа команды-победители встретились на стадионе в Горках Вторых, где за Кубок чемпионов мира боролись Россия с Германией и Англия с Аргентиной. На стадионе была атмосфера игр чемпионата мира. Дудели в горны, били в барабаны, скандировали название страны, за которую играли дети. Не меньше участия в чемпионате принимали родители юных футболистов и болельщики из Одинцовского района. За кого пришли поболеть сегодня? За нашу команду, за наших ребяток, Старый Городок, Витязь. Там кто играет у вас? Сын. Сын играет? Да. Ну как оцениваете, как проходит игра? Нервно. Нервно? Тяжело и нервно, да. Ну как вы считаете, наши победят? Ну должны, по идее. Если додавим сейчас еще пару минуток. Если сейчас не пропустим. Нет, не пропустили. Победителем чемпионата мира 2018 «Дети» стала команда Германии, за которую играли футболисты «Эс Дюшор», «Подолье» из Подольска. Им торжественно вручили главный приз Одинцовского фестиваля футбола – мировой кубок чемпиона мира 2018 «Дети». Мила Тарасевич, Евгений Муравлев, телекомпания «Одинцова».